люди на дороге дурак, и все вы их обещали и обходили бы. Порой ведь реально одолевает страх, когда на дороге творится дурдом. Чигиты гоняют, да на чигулях, или летишь шушлайка с каким-то алкашом. Барышки, что толком не умеют водить, треща по телефону, красят глаза, при этом умудряясь еще и курить. Жмут на педаль газа, позабыв про тормоза. Я требую, чтобы ГАИ вели знак, и дуракам на машины лепили перекидись. Люди на дороге дурак, и все бы их обещали и обходили бы. Нет. А чего он остановился, дурак? Класс.